Всем привет! Недавно мы были в Твери, и пока вот вы смотрите фотографии, я хочу вам немножко сказать. Думала, делать этот влог, не делать, потому что он не имеет начала, не имеет конца. Мы побывали в сувенирной лавке на главной пешеходной улице, наверное, Твери. Местный Арбат, можно так сказать. И вот самая классная сувенирная лавка, которую я видела. Очень много фарфоровых игрушек, а также новогодних. Сейчас мы все посмотрим вместе. Так что приятного просмотра. В Твери мы были буквально один день, туда-обратно. Нас поездка составила чуть больше часа. Так что предлагаю вам посмотреть достопримечательности некоторые. Вот памятник, не помню кому, но напротив ЗАГСа. А это памятник Михаилу Кругу. Здесь он вообще на себя не похож, без усов. И памятник Афанасию Никитину на набережной имени его же. Вид на Волгу и на противоположный парк. На противоположную набережную. Те, кто с Твери, пишите, какие достопримечательности еще у вас можно посмотреть, какие мы не видели. Можете какие-то истории о городе написать. И вот сейчас начинается влог сам. Все, знаешь, когда все сказали очень-очень хорошо, а единственное, Александр еще не написал. Так, ну что вы, смотрите, колокольчики, может быть, потихоньку... Тарелки маленькие. Я все колокольчики все выставила, раз везде. Здравствуйте. Вот тарелочки я поставила, по чуть-чуть вот так вот уже. Можно. Разбирать. Нет, только там надо просто понять, что такое. Синички. Синички. Что разбито, что разбито. Глухарь стоит. Смотрите, какие козлы. А он злый качак. 800. 600 или 700? Ну так это керамика. Она дорогая. Есть еще лефортовский фарфор. Он тоже не дешевый. Ну, можно, только, наверное, не горячие. Ну, по крайней мере, не сильно горячие. Вон Умка. Там колокольчики, смотри, с кошками стоят. Ну, дойдем туда. Классный, конечно. И этот Буратино с Мальвиной. О, смотри, какая классная Баба-Яга.
Ой, там и водяной тлень, смотри, стоит еще. И вон Баба-Яга еще у нас стоит. Не, вот это прикольней. Смотри, Дед Мороза стоит, Снегурочка стоит. Классно. Они полые. Вот эта цена. Дед Мороз 3,5 стоит. Mm. Старичок-барючок. А, это копилка, смотри. Старичок-барючок, копилка. Кот Леопольд. Серебро. О, блин, какие новогодние. Серебро тут не очень интересно. Тут деревянные, что ли, все? Дерево. Блин, как расписано, классно. Ой, там, смотри, еще не расписан, только вырезан. Дед здоровый стоит. 30 где-то сантиметров примерно. Монеты. Именные.
Смотри, какие рыбки. Стекла выйдут. Из стекла выйдут рыбки. Утки. Козёл стоит. О, глянь, северная олень. Козёл рядом. И мамонт. Там еще второй зал есть. Я знаю. Там еще у прилавка много всего. Нифига, 1200. А магнитики набили? Ну возьмем, конечно, магнитики. Ты как будто и не ездил без магнитика, приедешь. И тарелки есть. С ржева. О, смотри, какой. Вот такие надо брать. Смотри, козел. Сашка такой. Глянь, куклы. Чтобы чайник быстро не остывал. О, глянь, какая наверху. Но здесь, кстати, одежда. Ручная работа. Красиво, конечно. Это под жёстого роспись. Под жёстого роспись. Чёрно-золотая. Красные. О, глянь, какие синички, птички. Черепаха. Гжель. Есть в наборе. Черепаха. Черепаха. А тапочки хочешь? Банны. Там домик, смотри. Какой резной домик. Ну вот точно такая же прикладка, как вот это. Я сейчас на плиту дам. Вот такой маленький, что ли? А, вот. Что значит, ну, как обычный фартук, да. Отлично. Да. Давайте запись. Снегурочка. Снегурочка у них красивая стоит. Вон игрушки под елку. Подставочные. Что-то еще. Отдельности. Вот рукавички и фигурочки. Ну, можно... А? Что еще можно?
Написано. Живое пиво. Угу. Алкоголь. Копилки, наверное. Копилки, да. Такого я еще не видела. Из бронзы, что ли? Ну, похоже на бронзу. Из бисера. А, вот мы к берегу будете там. Смотри, за кем-то рванули. Вон тоже плывут посреди реки. А я вот этих только заприметила. Скорее всего. А, это дворец бракосочетания. ЗАГС. Во куда нас принесло. По идее, да, вот нам сейчас сюда приходит вроде как. Показываю. Это что-то срезано, наконец. Ну это Михаил Ярославович, не Тверскую княгиня Анна Дмитриевна. Венчались в Твери 8 ноября 1294 года.